какие-то сюрпризы. Какой чудесный день, а-ха, какой чудесный пень, а-ха, какой чудесный день, и песенка моя, я. Фу, что это такое в бассейне? Это какой-то осьминог. Осьминожка, кыш. Весь бассейн занял, не вылезает. А Максу где купаться? Пойду домой тогда, что делать-то? В автомат положили киндер-сюрпризы! Целый автомат киндера! Конфетки-то я уже пробовала, а киндер-сюрпризов не видел. Вот это я удачно купаться пошел! Столько киндеров! Ух ты! Так-так-так-так-так! Сколько же стоит? Интересно, у меня же есть денежка, точно! Хватит ли у меня на киндер? Так-так-так, сейчас узнаем, получит ли Макс киндер-сюрприз. Кручу, верчу, кручу. Ура, я достал киндер. Ой, здорово. Давай, иди сюда, мой киндер. Ну ладно, пойду домой, открою. Какой чудесный день, ля-ля, какой чудесный день. Какой чудесный и аппарат с киндер-сюрпризами. Ой, ребята, что это? А я больше так не давал. А тут еще один киндер выпал. Так может, они меньше стоят и мне дали два киндера? Ух ты, ух ты. Катя, угощу, точно. Давай, давай, автомат, конечно. Ничего себе. Я на 10 рублей покупала одну конфетку. А сегодня автомат мне дал два киндер-сюрприза. Здорово, надо Кате рассказать. Но покупаем сейчас целую кучу. И будем сидеть открывать игрушки. Здорово, ну я побежал. Так что такое-то? Он хрустит и хрустит. О, третий киндер! Третий киндер-сюрприз! У-ху, здорово! Ну нести, я же сегодня пешком. Так, сейчас быстро сбегаю до дома и приеду на электромобиле. Смотрите! Фью, только легко не подошел, мой киндер не забрал. Нужно поторопиться. Вот мама удивится, сколько киндеров я принесу. Ну что, посмотрим. Даст ли мне автомат еще киндеров? Один есть. Еще киндер. Сколько киндеров выкину? Автомат. Вот хватит нам спать и открывать. Автомат, автомат, да ты что? Ну все, точно сломался. Там ничего больше нету. Автомат отдал мне все киндеры. Эх, вот это я упаковался. Так, посмотрим, а закроется ли у меня багажник-то. Не, ребят, даже не закрывается. Ой, ну что? Что мне с этим богатством делать? Катя, Катя! Иди посмотри, что я привез. Целый прицеп киндер-сюрпризов. Ты еще такого не видела. Куда попали все киндер-сюрпризы из автомата с киндер-сюрпризами? Ой, у меня Макс гуляет. Что? А там такое происходит. И все киндер-сюрпризы просто-напросто выпали из него, но куда-то пропали. Ничего себе. Огромная просьба ко всем, кто что-либо видел или взял с вот это все новости. Киндер-сюрпризы, обратиться к нам на телеканал. Ой-ой, какой же ужас по телевизору показывают. Кто-то ограбил автомат с киндер-сюрпризами. А у меня Макс же на улице. Вдруг там бандиты. Нужно срочно пойти посмотреть, где же у меня Макс. Ай-яй-яй, больше не буду телевизор смотреть. Одни ужастики показывают. Макс, Макс, ты дома? Ты представляешь, сейчас по телевизору показали, что куда-то делись все киндеры из автомата, из диспенсера. Они просто куда-то загадочно исчезли. И он остался пустой. Макс, как хорошо, что ты пришел. Мне кажется, там орудует банда грабителей. Макс? Макс? Макс, где ты взял эти киндеры? Макс, только не говори, что они из этого аппарата. Макс, что это такое? Быстро объясни мне. О, это же как раз те самые киндеры. Ну вот, я думал, это мне все. А это аппарат сломался. А думаю, это вообще что украли. Я не ворвал, мам. Я денежку положил, а они сыпятся и сыпятся, сыпятся и сыпятся. Я их собрал, чтобы никто не растащил. Я еще доброе дело сделал, мам. Мам, мама, мама.
попадали. Я вот их собрала только, мам. Давай позвоним там куда-нибудь в передачу и скажем, что киндеры у нас. Ой, Макс, ты меня с ума сведешь. Только смотрю новости, говорят, куда-то исчезли все киндер-сюрпризы эти Спенсера. И дома Макс с целым прицепом киндер-сюрпризов. Ой, чуть сердце не остановилось. Макс, я пойду срочно позвоню на телевидение и расскажу, что киндер-сюрпризы у нас. Да что такое-то? Я думал, повезло так повезло. И день такой чудесный. Их, не чудесный. Целый прицеп. Не отдам. В тюрьму посадят. Я не вор, я не воровал. Он сам не отдал. Их. Здравствуйте, в эфире новости. Очень срочная новость. Наши киндер-сюрпризы нашлись. И это никакая не банда и не воровство. Просто у диспенсера произошел сбой в программе. И он начал непроизвольно отдавать все свои киндер-сюрпризы. Всем привет. Да, я очень рад, что вернул все киндер-сюрпризы. Просто они ведь не мои, я просто их взял для сохранности. И сложил к себе в грузовик. Я очень рад, что диспенсер починит, и мы сможем ходить и покупать там киндер-сюрпризы. Даша, вы воспитали такого хорошего сына. Из диспенсера объявил приз для того, кто найдет себе киндер-сюрпризы. Ух ты, приз! Да, я очень рад, я буду еще делать добрые дела. Все-таки день у меня сегодня очень хороший. И киндеры верну, и приз получу. А подскажите, пожалуйста, а что за приз? Новую машинку? Нет, Макс, не машинка. Приз от организатора этого диспенсера – новый iPhone. Макс, вот держи тебе. Ребята, у меня новый iPhone. Здорово, спасибо вам большое. Я всегда буду делать добрые дела. Я самый добрый. Мам, ты посмотри, какой у меня телефон. Ух ты, ребята. Это настоящий iPhone с наушниками. Да я теперь буду самый добрый. Все добрые дела переделал. Ничего себе. Вернул киндер, получил айфон. Вот Катя вернется. А у меня такой модный телефон. Вот так, ребята. Нужно делать добрые дела. И обязательно добро к тебе вернется. Да? Сегодня у меня так и получилось. Но я правда так хотел. Целый кузов, целый прицеп киндер-сюрпризов. И все вернул. Потому что это не мое. А воровать нельзя. Но зато мне подарили телефон, новый телефон, я так его хотел. Ну что, друзья, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите новые видео про Макса и Катю. И теперь про мой новый телефон.